Этот салат понравится всем любителям салатов с морепродуктами и свежими овощами. Ведь именно таким и является этот салат с кальмарами. Готовится он очень просто и получается сытным. Такой салат можно подавать не только на каждый день, но и на праздничный стол. Зелень можно взять любую на свое усмотрение, а майонез заменить сметаной или натуральным йогуртом. Крабовые палочки – 100 грамм. Кальмары – 150 грамм. Яйца – 1 штука. Майонез – 2 столовые ложки. Огурцы – 100 грамм. Лук зеленый – 20 грамм. Зелень – 1 пучок. Количество порций – 3. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата «Морской волк». Яйцо отварите вкрутую и остудите. Отварите кальмара любым удобным для вас способом и остудите. Лично я довожу воду до кипения, солю и опускаю очищенные кальмары. Довожу до кипения, варю в течение 1 минуты и сливаю воду. Кладу в пакет и оставляю в нем до полного остывания. Нарежьте кальмары соломкой и выложите в миску. Огурец вымойте, обсушите и порежьте соломкой. Выложите огурец в миску с кальмарами. Крабовые палочки очистите от оболочки и порежьте соломкой, выложите в салат. Зеленый лук мелко порежьте и выложите в салатник. Яйцо очистите и порежьте, добавьте в салат. Салат посолите и перемешайте, разложите по тарелкам. Приятного аппетита!